Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Для меня сегодня знаковый день. Я еду на блошиный рынок в Александров и сейчас жду электричку. Для тех, кто недавно на моем канале, уточняю, хотя я живу в Москве, дача у меня находится во Владимирской области, недалеко от Александрова. И именно в Александрове мною было куплено очень интересный предмет из старины за мизерные деньги. Блошиный рынок в Александрове открылся лишь прошлые выходные. И вот мы в Александрове. Александров – административный центр Александровского района Владимирской области, четвертый по величине города области, туристический центр на Золотом кольце России. А мы с вами находимся на блошином рынке. Есть вас куда положить? Да, найду. Оксана подошла и говорит, а вы снимите масочку. Я сняла, она говорит, ой, что-то весит. Ну что, все, да? Ну, значит, и да, в любом случае. Что? Монеты, если по 100 рублей, я их направлю. А какие? Ну, вот с этими, с писателями. А, с писателями нет. У нас просто их продают по 100. 30 рублей города. Да, города все под... Ну, городов он много. Ну, у вас хорошая коллекция-то. Надо к вам специально прям прийти. Да. Спасибо. Потом Ленин еще отдельно есть. Ленин отдельно. Весь Ленин по 50 рублей. А, то есть это и такие значки, да. и такие. Ну, Ленин, потому что берут часто. Вот. Ну да, там эмаль хорошая, да. Ну, может, из эмали. Спасибо. Подумаю я. А хорошая футболочка-то. И почем вы ее? А чего? Футболка почем? По 30. Вообще прелесть. А чего вы снимаете, да? Нет, нет, нет. Да по 100. Ведь вообще турецкие, я думаю, 600 тогда. А это бусики, что ли, у вас? Да. Тут что есть? Вот эти покажите мне. И почем бусы? Такие камушки. Где ты возьмешь? 400 новые. О, так дорого. 450, нет, это неинтересно. А подешевле никак? Кого? Рыбку маленькую. 250. Да, 200. А вы все время уже давно? Да, сейчас посмотрим. Посмотрите, в руки возьмите. Оливчик, подайте, пожалуйста, я посмотрю. Сейчас. Ой, уже такая молодая, тоже пока поднимусь. Ничего, вас не задерживает. Ой, ой. О, заинтересовало что-то. А почем совочку у вас? Нет, не все. Дальше потерялся. Таскать тоже. Все по 50. Нигде в сумке не завалялся? Да нет, вот так скажу. Да у меня в пакете они не все.
Он отвалился. Блядь, у меня уже мужики. Кто из вас нет, там нужен? У меня в пакете есть, суки. Что? Да думаю. А эти все рабочие, да? Вот эти переходники, вот эти. Да, конечно. Блошиный рынок в Александрове работает лишь по выходным. Это стихийный рынок, и вещи разложены, как вы видите, прямо на траве или даже на асфальте. Ну, что-то, конечно, и висит. Традиционно здесь больше всего одежды продают, обувь, ну и посуду. И, кстати, еще очень много, как вы видите, всяких вот деталей для ремонта в квартире. В общем, таких вот вещей тоже очень много, достаточно. А так вообще еще очень много и игрушек. Вот за игрушками сюда частенько приходят. И все же здесь можно найти и выбрать что-то стоящее, интересное. Раньше здесь было намного больше посуды, чем сейчас. Очень много было жестовских подносов. Но я в основном стараюсь здесь купить вещи для дачи. Ну, нахожу. Я и в этот раз мне удалось купить кое-что. Ну, не так, чтобы уж прям вот, но вещи симпатичные. Как раз для дачи. И в конце видео я обязательно вам их покажу. Что же? Ну, я возьму ее. Возьму вот эту. Сейчас посмотрю, что это такое. А это такая, понятно. Которую берешь? Я возьму вот эту. Это. А тогда эту сложите мне, пожалуйста. Это? Да. Просто сложите, чтобы аккуратно было, а то я вымою. Пожалуйста, аккуратно бери. Только меня не снимай там. Нет, зачем? Мне нужны вещи, чтобы потом посмотреть. Может, что не то куплю, покажу. Мне скажут, надо еще это купить. Вот это я вас беру, давайте. Сейчас. Подожди. Не важно, где нигде. А в коробочке что у вас там? Какой? Вот. Это не коробка, это книга. А, это книга? Да. Ясная поляна. Да. А, понятно. А вот убрать никуда нельзя? У вас пакетика нету? Спасибо вам большое. Ой, удачи. Это одежда здесь. И свитера. Ну, в основном это, конечно, мужская одежда. Ох, пиджак какой. Боже мой, красивый пиджак-то. Надо мерить. Очень красивый пиджак. Вот шарф. Кстати, этот свитер как. Да, пиджак хорош. А какого размера он у вас? Какой? Большие? Вот тот вот серый. Я не знаю, большой. Если твоя мужика толстый, как раз идет. Не толстый. Значит, маловат будет, худенький. Ой, широковат будет. Не, мне что-то такие не нравятся. Мне знаете что? Сколько ваша лягушка стоит? Ну, забирай за 100. Угу. Только 100 рублей уже нету. Сейчас буду искать. А сдачи у вас не будет, да? Ну вот, кажется, и все. А еще я успела и подкупить немножко цветов на рынке. И с полными сумками, и спокойной совестью уезжаю на дачу. Владимирская область считается бедной, и в этот период пандемии был для жителей особенно тяжелым.
Но ничего уникального на этом рынке я не нашла. Наверное, уже давно все продали. Ну, а я направляюсь домой по очень живописной тропинке. Посмотрите, какая красота! Как красиво цветущая сныть! А какое меня окружает ароматное облако! Это облако сопровождает нас домой. Какая красота! Ну, а сейчас вы увидите то, что я купила на блошином рынке. Вот мои приобретения. Я делаю просто краткий просмотр. Более подробно буду говорить потом. Я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Всего вам самого доброго, самого хорошего. Наступают выходные, замечательных выходных летних.